привезли велосипед Хара. Очень сильно пыльный, я уже его немножечко обдул. Сейчас будем отмывать и весь его полностью реставрировать. Спрашивали, сколько стоит полное обслуживание технического велосипеда, который хранился 5 лет в гараже, и велосипеду лет, наверное, 15. Ну вот на данный момент 250 рублей. Это полная мойка, продувка воздухом, смазка цепи и настройка задних тормозов. Все остальное работает отлично. Немножко прокапал все точки на переключателях смазочкой. Сколько смог, отмыл, потому что некоторая грязь, к сожалению, не отмывается, даже обезжиривателем. Настроил тормоза, камеры живые, покрышки живые. Вилка, обратите внимание, это RockShox. Это очень-очень-очень древний алюминиевый RockShox. Вот так вот он интересно выглядит. Смотрите, какие красивые элементы. Тормоза тоже оригинальные, необычные. У них внутренняя колодка не регулируется, но при этом они все равно как-то настраиваются и вполне себе работают. Я немножко их подкрутил. Очень древняя Шимана с внешними такими колпачками. То есть я не представляю, какой это год выпуска, но явно этому велосипеду больше 15 лет. Очень необычное вот это вот усиление подседельного столбика. Получается глубоко заведенное заднее колесо, алюминиевая рама, то есть велосипед в идеальном состоянии, и полное его обслуживание вышло в 250 рублей всего.